Привет, меня зовут Даник. И сегодня мы сделаем небольшой обзор вот этих вот штучек. А что это? А это очень прикольная штука. Это вот такие бочонки, которые умеют шагать. Ну давай же скорее смотреть, что умеют делать эти бочонки. На самом деле, эти бочонки для выполнения трюков. Они бывают как деревянные, так и пластмассовые. По идее, он должен вот так, Даник, вот так шагать. Оп! Ух ты, уже получается? А ну-ка у меня. Ой, у меня не очень получается. О, уже. Опа. Даник, ты чемпион. А теперь я. Внимание. И опа. Как же запускать? Да что ж такое? Давай. Давай! Давай! Вернись! Не работает мой бочонок! Ух ты, Даник, молодец! Я сейчас поймаю фишку, тоже научусь, как она работает, как оно работает. Так, Даник, молодец. У мамы что-то не получается. Вау, сколько раз у тебя шагнул? 2 или 3? Здесь нужно правильно рассчитать силу и найти точку, куда нужно легонечко толкнуть. Ух ты! Да, 2 сразу тоже можно запускать. Вау! Ух ты! Давай! Эта штука просто завораживает, и в нее можно играть часами. И каждый раз хочется, чтобы получилось все лучше и лучше. Даня, как ты думаешь, сколько шагов бочонки могут сделать, если с одной стороны стул приподнять? Вот здесь. Попробуем? Да. Мы приподняли с одной стороны стол, и сейчас будем запускать бочонки. Давай посмотрим, какой бочонок пройдет дальше. Вперед? Нет. Все вместе? Все вместе запускаем? Два и один. Нет. Ух ты, ух ты. Ну, давай еще. Внимание. Запускаю. Ты видел? Еще раз. А, молодец. А наоборот. Ой, не получается. Ой, молодец. Да. Вау-вау-вау. Мама, мой выиграет. Так, внимание. Макс. Он выиграл. 0, 4, 3, 8, 8. Желтый прошел дальше всех. Даник, мне кажется, покрытие у стола немного мягкое. Давай попробуем поиграть на полу? Да. Ух ты! И вот мы переместились уже на пол. Как спиннинг. Вау! И смотрим, как будут себя вести бочонки на полу, на более твердой поверхности. Ух ты! Вау, вау, ты посмотри, смотри, смотри, сколько шагает. Вау, ты белый. Максимальное количество шагов, которые делают бочонки у нас, это 6. Интересно, а как у других? Если вам нравятся прикольные игрушки, смело ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Пока!